Здорово всем, парни, с вами Василько, это Избэтс, на балансе у нас 432 рубля, ссылочка на сайт будет в группе, а на группу ссылочка будет в описании. В общем-то, переходим в группу, подписываемся, нажимаем ссылки на сайты. И здесь абсолютно все сайты есть ссылки, в том числе на EasyBets. А вот, пацаны, также здесь промокодики раздаю. Вот, лайки обязательно ставим на промокодики. И остался немножко так косарик. Короче, система такая здесь. Джекпот, в общем, ну, чисто игры из джекпота. А, дайсы здесь есть. Тавер, фаст и мины. Ну, давайте по джекпоту пройдемся. 32 рубля ставим в следующую игру. Так. Затопили сразу 32 рубля. На дайсиках, чё, 45%? Погнали. 111 рублей ставим. Хорошо. 32 рубля ставим, пофигу. Хорошо, выиграли. Здесь у нас никто, значит, не топит. Тавер не хочу. На фаст... пускай тоже 2 рубля поставлю. Мины. 19 рублей. 19 рублей 78 копеек на трех минах. Попробуем сеточку собрать. Ну, конечно же, не получится. Я же такой тупой. Получится? Да не, не получится. О! 196 рублей, ебать. Нормально. Сеточка здесь хорошо так идет. Короче, 80% у меня шансы. Но, конечно же, я здесь выиграю. Понятно, ясен хер. Вот, ну, без вариантов, как бы. Еще скажите, что я проиграл, да? Серьезно? То есть пацан выиграл, который поставил там копейки вообще. Давайте 46 рублей еще поставим. Топите, пацаны, топите, чтобы топили, ебаный в рот. Топите, 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 давайте, 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 красавчики. Давай, давай, залетай. Ежедневные бонусы также здесь есть. Можно получить, если... вступите в группу и вступите в дополнительную группу. Тем временем у меня 61%. Здесь, я думаю, я выиграю уже на изя, потому что, типа, до этого проиграл. Сейчас ты должен уж выиграть. Собака, кстати, может выиграть. Не, это я. Нет, это собака. Да что за херня, пацан 87% забирает опять. Бабосики. Ну окей, 45%. Погнали, поиграем немножечко. 111 рублей ставим. Еще раз. Хорошо. 21 рубль ставим, пофигу. Еще раз. 22. 86. 50.80. Больше. 12.89. Меньше. Хорошо, 1100 уже есть. 1100. Можно и поесть. 10 рублей. Перетопит кто-нибудь еще 10 рублей. Допану. А, игра уже началась. Блять, у меня 22%, ебаный рот. Пацанчик перетопил, 44 рубля поставил. Ну, сейчас я выиграю, короче, вообще нельзя, как бы. Потому что это последний билет, они никогда не тащат, чекайте. Просто на изях вырубил. Смотрите, с боковой. Ну, вырубил же. Конечно, пацаны. Конечно, пацаны, я вырубил. Все, я выиграл. Изи. Изи, пацаны. Изи. Просто изи. Разъебочка. Разъебочка подъехала. Вот. Так, фаст. На фасте у нас никого нету. Давайте 29 рублей. 87 копеек. Опять лесенку попробуем сделать, вернее, клеточку. Но тут не получится сейчас, мне кажется. Да, давайте еще раз попробуем. Я понял, давайте еще раз попробуем. Я даже последний могу собрать, чекайте. Что за херня? Ой, ну да, вернее, первый не могу собрать. Почему лесенка получилась, а сейчас она ни хера не получается? Еще три раза попробуем. Раз. Хорошо. Изи просто. Изи.
изи разъебочка. 37 рубчанских сюда поставим. На дайсиках мы 150 рублей поставим. Точка 52%, точка 52% на 45% меньше. Хорошо, это уже плюсик. Так, здесь у нас игра начинается. Смотрим, что получилось у нас. В идеале поднять, ну, 2000 будет вообще прямо замечательно, на самом деле. Давай, братишка, не подведи, не подведи, как говорится, не подведи. Подводит, да, все-таки подводит. А нет, все, отлично, выиграл. Прекрасно. Это у меня было 52%, ну понятно. На тавр, что у нас на тавр? Мин. Так. Смотрите, вот, вот таким методом можно дойти на изях. Чекайте. Ага. Ну, короче, смотрите, просто идем тупо по первой. Будем по первой тупо стремиться дойти, и я думаю, дойдем. Рано или поздно. Это изи должно быть, по сути. Что за херня? Я говорю, изи должно быть. Алло. Изи должно быть. Короче, давайте 122 рубля и попробуем лесенку намутить. Лесенку намутить. Лесенку намутить. Все, забираем, хорошо. В другую сторону теперь попробуем. Намутим вот такую штуку. Отлично, 533 рубля. Фаст. На фасте у нас игра закончилась. Здесь мы должны опять... Ну, можем опять собрать вот на 33 рубля 99 копеек. Опять сеточку попробуем сделать из 3 минут. Если получится, конечно же. Ну, навряд ли она получится. Я так думаю. Мне почему-то предположение идут, что мне сейчас где-то вот здесь сорвется. Ну да, я так и думал, в принципе. Давайте еще... Вот эта попытка, и потом следующий, и все. Я больше не буду пытаться это сделать. По мне это без толку. Хорошо, изи. Изи сеточка получилась. Так, на джекпоте. Что у нас на джекпоте? 20 рублей. Давайте тоже 20 поставим. Вот. На дайсиках еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз, еще раз. Пора бы кончать уже, на самом деле. Во, вот это хорошо было. Вот это сейчас хорошо было, в натуре хорошо. 16 рублей. Еще раз. 161. Еще раз. Еще раз. Во! Вот, вот оно. 111, давай. Все, пацаны. 32 рубля, 33 копейки ставим. В принципе, и вообще надоебись. 3000 рублей мы с вами подняли. В принципе, да, с 400 рублей, 3000, это вообще прям отличненько. Сайт детский довольно-таки хороший, ссылочка на сайт будет в описании. Вот, пацаны, вернее, в группе, на группе ссылочка будет в описании. Все, всем удачи и всем адьос, пацаны.